Противостояние администрации и предпринимателей по поводу новой горки набирают обороты. Грандиозный проект, который хотят подарить трубцовчанам бизнесмены, сейчас находится под угрозой закрытия. Власти говорят о захвате территорий, отсутствии разрешительных документов на строительство и несоблюдении норм безопасности. Так как это частная собственность, мы демонтировать ее не имеем права без решения суда, опять же. Значит, но мы принято решение, мы завезем песок, речной песок, который также будет взят с русла реки Али, и будем препятствовать эксплуатации данной горки. И в прокуратуру, и в УВД направлены документы, где констатируется факт захвата муниципальной земли. На сторону администрации и спасателей встала даже погода. Оттепель подняла уровень воды в реке почти на 1,5 метра. И если так пойдет и дальше, то тут уже можно не зимнюю, а водную горку устраивать. Данный объект все-таки подразумевает, что горка высокая, и при скатывании с этой горки граждане будут укатываться на лед водоема, то есть реки Али. Температурные показатели и погодные условия изомеры толщины льда показывают, что это мероприятие в принципе очень опасно. Уровень воды поднялся порядка 1,5 метров, и лед отошел от берегов. То есть получается, там вот сейчас открытая вода. И то есть приближаться вообще к берегу опасно. В неформальной беседе руководитель строительной бригады рассказал нам, что о безопасности детей и взрослых они намерены позаботиться основательно. Под деревянный мост планируют подставить специальные опоры, которые будут упираться в дно реки. Плюс укрепят за счет дополнительных ледяных плит. Однако при плюсовой температуре, которая сейчас царит в Рубцовске, любой лед с треском провалит возложенную на него миссию. Алена Воробьева, Геннадий Лабзин. Наши новости.